Есть много мест, где можно наблюдать за победителями. Но лишь одно, где победителем может стать каждый. Ставки на единоборство. 1Х-ставка. Дамы и господа, напоминаю, что Лига ACA установила беспрецедентный бонус за лучший бой вечера в 150 тысяч долларов. Представляю вам соперников и первым бойца в синем углу. Introducing to you first fighting out of the blue corner. Ему 34 года. Его рост 170 сантиметров, а вес 66,15 килограмма. Профессиональный рекорд 24 победы, 11 поражений. И его стиль — ударная техника. Ladies and gentlemen, he's a striker. He's 34 years old, standing 170 centimeters tall. Official weight 66.15 kilos. Professional record 24 victories and 11 defeats. Ladies and gentlemen, representing Joanna Coins Brazil, Alice Parr Carrasco Lima da Silva. А вот и его соперник в красном углу клетки. His opponent across the cage fighting out of the red corner. Ему 30 лет. Его рост 165 сантиметров, вес 66,05 килограмма. Профессиональный рекорд 29 побед, 7 поражений. И его стиль также — ударная техника. Ladies and gentlemen, he the striker. He's 30 years old, standing 165 centimeters tall, weighing at 66.05 kilos. Professional record 29 victories and 7 defeats. Дамы и господа, из Красного Россия, приветствуйте Абдулрахман, воин, the warrior, Дотаев. Рефери Николай Шарипов. Элисмар Лима, Абдулрахман Дудаев прямо сейчас. Большой опыт выступления, на 4 года постарше будет Элисмар. Абдулрахман выходит на свой 37-й бой в карьере, а Элисмар Лима на 36-й. Опыт колоссальный у обоих. Итак, давайте смотреть. Абдулрахман проводит третий бой в полулегком весе, вернувшись с него. Да, и сразу так активно пошел вперед. С джеба, именно работа на руках в боксе. Последние несколько лет Абдулрахман Дудаев всегда нацелен на досрочный финиш. Вертушка! Еще один удар. Начинает забивать Вертушка. Да! Вау! Дамы и господа, вот это да! Вы это видели? Абдулрахман Дудаев бьет с вращением. Казалось бы, вскользь, но все-таки обрушивает Лиму, наносила и затем добивает. Технический нокаут. Но это заявка на 150 тысяч. Те самые беспрецедентные. Молниеносная победа. Просто молниеносная. 30-я юбилейная победа Абдулрахмана Дудаева в карьере. И этой победой он еще и улучшает свои позиции в полулегком весе. Я напоминаю, что в следующем году планируется гран-при в этом дивизионе. Здесь много чего интересного. И один из центральных поединков, еще раз напомню, совсем скоро. Бибер Туменов против Андрея Гончарова в Москве. 4 ноября не пропустите. Победное сальто не только от Рустама Керимова сегодня было, но и от Абдулрахмана. Дамы и господа, 28 секунд понадобилось воину, чтобы палач из Бразилии был повержен. Ladies and gentlemen, we have a time, 28 seconds of round number one. Победу техническим нокаутом, your winner by technical knockout, одержал Абдулрахман, воин Дутаев!